В День Победы в Белгороде в шестой раз состоится шествие бессмертного полка. Подробности проведения акции организаторы рассказали на брифинге в пресс-центре губернатора. Как стать участником, выяснила Ирина Подзолкова. В этом году впервые в рядах бессмертного полка белгородцы пронесут портреты не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и участников боевых действий разных лет. С такой инициативой жители города обратились к организаторам шествия и были услышаны. Регистрация желающих стать в строй открыта. Штаб бессмертного полка работает в ЦМИ по будням. Записаться можно и в социальных сетях, на страницах акции. Организаторы приглашают волонтеров, студентов и школьников помочь в проведении масштабной акции. По любым вопросам можно обращаться в Центр молодежи. Инициатив. Наши волонтеры помогают оформить правильно фотографии. Тут, конечно, нет каких-то строгих ограничений, потому что, может быть, кто-то справился сам, но есть, скажем так, общая универсальная утвержденная наша рамочка. Вот. Если люди приходят с фотографией, ее помогают отсканировать, отретушировать, провести какую-то необходимую работу, вставить в эту рамку, и уже с этим файлом, да, на электронном носителе можно будет... Также подсказывают, куда можно обратиться, в какие организации, которые делают, что называется, под ключ все эти штенды. Сбор участников 9 мая в 9 часов утра у Поклонного креста на Гражданском проспекте. Шествие к Соборной площади начнется в 10:30. По маршруту движения колонны будут работать интерактивные площадки. Выставка оружия, Георгиевская лента, стена памяти. Огромное количество творческих площадок, которые будут передвигаться по периметру всего шествия, по периметру всего построения. Мы будем читать стихи военных лет, петь песни, скажем так, поддерживать общий такой боевой, торжественный, парадный дух всех участников. В прошлом году шествие стало самым масштабным в истории региона. В Белгороде в нем приняли участие порядка 70 тысяч человек. Это народное движение набирает популярность. Организаторы уверены, в этом году меньше участников точно не будет. Ирина Подзолкова, Александр Поддубный. К этому часу. Белгород.